Одной из главных причин совершения подростками правонарушений в летнее время остается их незанятость, когда несовершеннолетний предоставлен сам себе длительное время. Так, на территории района в этом году подростками уже совершено 7 преступлений. В рамках программы «Забота», которая проходит на территории Солигорского района с 1 мая по 1 октября, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних будет изучена занятость несовершеннолетних. Особое внимание тем, в отношении кого проводится индивидуальная профилактическая работа, а их на данный момент более 140 человек. Большая часть ребят попала под пристальный контроль милиции за употребление спиртных напитков – 81 человек. Сотрудники ИДН в период летних каникул будут посещать школьные лагеря, лагеря с круглосуточным пребыванием. За каждым оздоровительным лагерем будут закреплены сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних для проведения мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению фактов травматизма и гибели детей.